рядом с морем есть вот такой фудкорт. Вот смотрите, цены. 15-22 юаня. 20 юаней. Вон всякие булочки. Дамплинги жареные. 10-15-20 юаней. Он 28. А, пельмешки 28. Здравствуйте. Потом просто смотрим, спасибо. Тоже вот, да, вот тоже блюдо 15-28 юаней. В принципе, цены хорошие. Лапша, видите, 15. Лапша, суп из говядины. Он с морепродуктами, с креветками за 29 юаней. По 30 юаней. Жареный рис с курицей 30 юаней. Креветки 30, рис с креветками точнее. Это 35. Ну, в принципе, здесь цены как в ресторане. То есть за 35 там тоже много блюд будет. А внешне вот так фудкорт выглядит. Вот в ананасе говядина 30, креветки 35 в ананасе с рисом, кальмары. И морепродукты есть. Креветки с соляной водой 58. Это яйцо на испарение. О, какая сайра за 10 юаней. Шашлык будет. Рыба для серфинга 38. Жареные кальмары 20. Вот такие морепродукты 28, шашлычки, говядина 10. На углу улицы с ресторанами есть вот кондитерская прикольная. Вот так выглядит она. Это угловое здание. Вот смотрите, видите? Вот это с водорослями и с беконом. И с кальмарами. А вот это есть, надеюсь, что сладкое. Такое мы не пробовали. Вон тут разные пироженки есть. Печеньки. О, двойным дном. Вот это очень вкусный сладкий йогурт. Круассаны. Какие-то булочки. Булочки по 5 юаней. Да. Покупаете один напиток, второй за полцены идет. 10 юаней. И 12 юаней. Это чай с молоком, да. А есть кофе. Вон, видите, там кофейный аппарат. Кофейня. Есть вот такие всякие пирожные с кремом. Тортики. 10 юаней кусочек. Зубочисточки попробовать можно. И сэндвичи какие-то интересные.
Здесь очень необычные вкусы могут быть. Mm. Вкусно? Ну, булка-булка. Thank you. Кусочек. На, сладкая булочка. Давай такой один возьмем, попробуем. Давай. Ну какой? Ну да, пирожное сливочный шарик, он даже по-русски написано, то с шоколадом. Давай сливочный шарик. Давай. Прямо здесь пекут. Тортик делает. Кофемашины хорошие у них. Кофе стоит 15 юаней. И горячий, и холодный могут сделать. Мы зашли в кондитерскую и купили там набор пирожных. Причем набор пирожных, там было написано, что это сегодняшний, ну то есть свежие, это реальные пироженки. Вот так коробочка выглядит. И мы пару штучек уже употребили. Сейчас покажу сами пироженки. Вот такие вещи. А что это такое? Смотрите, снаружи водоросль, внутри сушеные кальмары, а по краям сладкое бисквитное тесто. Взрыв мозга на вкус. Но оригинально. Это кофе? Да, кофе. Смотрите, какой выбор всяких вкусностей. Вот это прямо напротив отеля Хавайи. Но на самом деле такие лавки везде есть, на набережной. Это мороженое с фруктами, всякие фруктовые коктейли. И вот такой беспредел. Кофе. Кофе.